Ну что же, календарь уже показывает вторую половину января, и выходим уже на финишную прямую зимовки пчел. До этого это были цветочки, а теперь будут ягодки. В этот период, середины января, вылезают все косяки по подготовке пчелиных семей к зимовке. На этот период припадает наибольший отход пчелиных семей во время зимы. Все, что было сделано неправильно осенью, сейчас, во второй половине января и до весны, будет лезть боком. Сейчас у семей будет не хватать кормов у некоторых они опоносятся, у некоторых еще какие-то траблы. И все это будет вылезать вот сейчас на этой финишной прямой. Видео я поставлю еще летнее, потому что задолбала уже эта зима, чешутся ручки поковыряться в каком-нибудь улье. Заскучал, знаете ли. И вот под эту вот жизнерадостную картинку поговорим сегодня о подкормке пчел во время зимы. В комментариях частенько меня спрашивают, как правильно подкормить пчел зимою и хорошо ли это скажется на развитии семьи, будет ли больше пчел к весне. Так вот, отвечаю, опять же, лично мой опыт. В этот период, в конце зимы, на финишной прямой, во второй половине января, начиная со второй половины января, наилучшей подкормкой для пчел зимой и для их лучшего развития весной будет тот фактор, что пчел в это время кормить вообще не надо. Кормят пчел зимой в это время до облета весеннего только те, кому уже некуда деваться, потому что так ситуация сложилась, что уже все, капец, пчелы остались без корма и их надо кормить. Либо очень, так скажем, сильно большие любители. Зимняя подкормка пчел, кроме негатива, никаких положительных факторов для пчел не принесет. Она вредная. Зимняя подкормка пчел вредная и наносит очень много вреда. И подкармливать пчел зимой можно только тогда, когда уже наступила жопа. И надо как-то выкручиваться. Если пчелы зимуют нормально, кормить их не надо. Надо делать так, чтобы с осени обеспечить семью кормом на осень, зиму и весну. Допустим, у меня пчелы при хорошей зимовке, у них корм заканчивается только в апреле месяце. И чаще всего я своих пчел не кормлю весной совсем, потому что у них меду хватает до цветения садов. На цветение садов они набираются свежего нектара. Ну вот в прошлую зиму, допустим, не хватило. В прошлую зиму пришлось мне весной их немножко подкармливать, потому что затяжная весна сильно была. И очень поздный облет. Но прошлая весна, она вообще была исключительная и ни в зуб ногой, и ни на что не похожа. Скажем так, аварийная весна была. При нормальной же зимовке никаких подкормок не надо. Но если вы все-таки собрались кормить пчел зимой, и вам так хочется, то, конечно, надо знать о негативных факторах этого дела. Плохой стороне подкормки пчел зимой. Что же плохого может случиться, если вы начнете кормить пчел зимой, до весеннего облета? Ну, во-первых, вы их беспокоите, но это еще не столь важно. Второе, вы заставите своих пчел переносить корм из той кормушки, как вы им даете этот корм, в рамки, то есть в соты. И это очень-очень плохо повлияет на состояние семьи и, скажем так, окончание зимовки семьи. Что будет плохого? Плохое будет то, что пчелы при переносе корма из кормушки в гнездо неизбежно будут поднимать температуру гнезда. Когда они поднимают температуру гнезда посреди зимы, они беспокойны и зимуют крайне плохо. И у них есть все шансы опоноситься. Притом шансы эти опонашивания зависят от того, каким кормом вы кормите. То есть еще вид корма влияет на то, насколько сильно по печени ударит семью пчел ваша зимняя подкормка. Еще один очень плохой фактор, когда пчелы переносят корм из кормушки в соты, они неизбежно часть его съедают. То есть часть корма пчелы должны сожрать для того, чтобы выполнить работу по переносе корма из кормушки в соты. И как я уже в каком-то видео показывал, на это уйдет пятая часть, 20%. Раз они его сожрут, а 20% корма это очень немало. Это в конце зимовки очень много, потому что в конце зимовки каждый грамм, съеденный пчелами лишний, очень сильно влияет на опонашивание. И когда вы даете корм кормушке, 20% сверху хлоп, заднюю кишку всю пошло, и пчелы, соответственно, к весеннему облету первому вполне себе большой вероятностью опоносятся. Ну а соответственно с опонашиванием придут всякие разные болячки. Ну и к тому же вам придется поменять еще весной соты, поставить им свежие, чистые, убрать грязные. Это вас ударит по карману,
В общем, ничего хорошего из зимней подкормки не получается. Кто бы там что ни говорил. Есть любители, конечно, покормить пчел зимой, флагом в руки, но я этим не занимаюсь. Наилучшим вариантом будет оставить пчелам корму достаточно еще с осени, чтобы его хватило на осень, на зиму и на весенний период. Как минимум до первого облета, до очистительного. После того, как пчелы уже облетались, очистились, вот тогда уже можно подкармливать. Кишка у них свободная, есть куда жрать корм. Вот такое мое мнение, и я считаю, что пчел без лишней надобности зимой ради интереса кормить не надо. Это противопоказано, это очень плохо влияет на зимовку пчел, и вообще это не нужно. Ну а если уж случилась жопа, и так случилось, что кормить их уже надо, что пчелы уже голодные, жрать нечего, а дозимовать надо, и кормить в любом случае придется, то надо выбрать правильный вид корма, чтобы накормить пчел с наименьшими для них потерями. И выйти к весне в любом случае с потерями, но, скажем так, с наименьшими. Значит, пчел можно кормить несколькими видами кормов. Первый – мед в сотах, тот, который вы заготовили еще с осени на весну. В медопироговых рамках или просто в медовых, если, конечно, вы его заготовили. Второе – мед откачанный, центрифужный, то есть тот, который стоит у вас в баночках выкачанный. Его можно распустить и тоже им дать. Третье – канди. Канди тоже можно давать. Четвертое – сахарный сироп. Тоже можно давать. И пятое, просто сахар. Сахар-песок или сахар-рафинад. Подкормка с сахаром чистым или сахаром-рафинадом – это наихудшая подкормка и наиболее больно ударит по пчелам. Но иногда она необходима, если ваши пчелы уже заголодали и начали сыпаться. Сахар-рафинад позволяет накормить ваших пчел мгновенно, потому что ни один другой корм не позволяет мгновенно накормить ваших пчел. Если они уже голодные и сыпятся, их надо кормить сахаром-рафинадом. Видео об этом я уже снимал, показывал. Можно его посмотреть. Вот такое вот мое отношение к зимней подкормке пчел. Я лично не кормлю, никому не советую. Ну а вы делайте, как считаете нужным. И можете вежливо в комментариях мне написать, если вы со мной не согласны или согласны. Ну или, скажем, если вам будет интересно мое мнение узнать, как лучше кормить пчел, если уж так случилось зимой. И каким кормом, каким типом корма, каким способом, то пишите в комментариях, я тоже вам сниму видео о том, как лично я кормлю пчел в таких случаях, к чему это приводит и как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. За сим всем пока, хорошей всем зимовки, скоро весна, вышли уже напрямую и скоро будем уже радоваться первым весенним облетам.